Три супружеские пары Московского района стали почетными гостями праздника. В теплой по-семейному уютной обстановке для них звучали стихи и песни. Несмотря на годы, эти люди и сегодня смотрят с любовью друг на друга, тем самым являясь во многом примером верности и искренности для молодых семей. По мнению директора территориального центра Сергея Воронина, во многом в этом заслуга женщин, женщин-матерей. Добрее, роднее. Слова, ну, наверное, нет ни у кого. Ведь мать – это берегиня семьи. Как мать скажет, даже, может, она не скажет, как она подумает, как она получится. Кто мне хочет в этом переубедить, ну, знаете, я, наверное, не поверю. Потому что все прошло и все уже испытано на себе. С одной из пар зрители нашего канала уже знакомы. Чита Ковалевых в этом году отметила бриллиантовую свадьбу. За 60 лет совместной жизни они прошли немало испытаний радостью и грустью. Трудности всегда делили пополам. А потому и союз двух любящих сердец с годами становился только крепче и сильнее. Во многом, по мнению Филиппа Тимофеевича, это заслуга жены. Ввиду специфики профессии, молодой экспедитор вынужден был много путешествовать. Однако верная спутница была рядом. Педагог по образованию Алина Михайловна соглашалась на любую работу, лишь бы быть рядом с супругом, освоила швейное дело и даже руководила продовольственным магазином. Сегодня, как и все эти 60 лет, они любят пошутить друг над другом, потому что, несмотря на годы, с оптимизма смотрят завтрашний день и дают наставления молодым. Не ругаться, жить мирно, дружно, любить друг друга, уважать друг друга, помогать друг другу. Все, а больше что еще? На молодых смотреть, от них брать все хорошее. А результат, говорят, такой, что мы похожи на 60-летних. Хотя нам уже не 80, почти 8, а ей 83. Для того, чтобы подойти к такому юбилею, пара проходит тернистый путь. Каждый учится уступать друг другу, мириться с недостатками, находить выход из сложных ситуаций. Общаясь с этими почтенными людьми во время интервью, наблюдая за ними в зале, кажется, что и не было этих нескольких десятков лет. Как и когда-то, они полны радости и оптимизма, а в глаза горит маленький огонек любви и уважения друг к другу. Ведь вместе они прожили больше, чем порознь. Не хитрым, не обманываем один одного. Друг другу вступаем, все хорошо, как сказать. Дети, внуки к нам постоянно приезжают. Ну что, мирно живем друг другу, помогаем. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Дмитрий Хрущ, Антон Луговкин, телекомпания «Бук ТВ».